Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Робби и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы будем играть очень классный новый режим, называется You Can't Mod. Мы не знаем, что будет происходить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я нажимаю эту замечательную кнопку и лечу вниз. По сути, все аниматроники должны на нас нападать, плюс еще это всего-навсего восьмая ночь. Оп, увидели? It's me, это я. Вот так, да? Вот, все. Фокси наблюдаем, в окна смотрим, все контролируем. Стулы удаляем. Кто-то пришло. Так, опа. Это Бонька стоит, но он с той стороны. Он нас так не убьет. Нет, Бонька. Сейчас играют самые опытные челики из всех, кого я знаю в Гаррис Мод. Так что пишите в комментариях, да пройдем ли... камеру трогает. Пройдем ли мы с первого раза или не пройдем? Пишите в комментах. По мне застрял. Боги какой боли. Тут они еще как-то странно, да, переключаются эти камеры? Так. Блин, я попросил не трогать, они трогают. Ну так, так же специально интереснее, сейчас кто-то подойдет, опять нажмет. Так, давайте открывать двери, чего мы с открытыми дверями сидим? У нас энергии не хватит. Так, время 1:00 ночи, мы пока ни разу не проиграли. И надеюсь, так и будет, что мы ни разу не проиграем. Ты отключил, да? Вот, там, кстати, да, отключил. Good Mod у нас был включен. Я знаю, я специально его забыл выключить. Да ладно, с той серии забыл. Той Бонни здесь, Димас. Опа. Что это было? А тут же, получается, с разных частей приходит? Да, со второй и с первой. Я тоже это знал. Знал, что сообщение придет. Привет, пиши там от меня. Так, смотри, Бонька стоит гитару. Эй, говно! Закрывай калитку. Вот оно. Обстоятельства, извини. Так бывает в жизни. Слушаем. Я так и знал, что она сейчас придет. Меня съели. Съели? Да. Привыкай, Серега. Деда. Ну, мы еще, получается, официально не умерли. Там пару трупов неофициально. Ой, кто это был? Что-то Фокси не идет, очень даже странно. А может это мод где-нибудь он бегать? Мне кажется, что будет, ну от силы 2-3 раза. А мне кажется, ни разу не будет, потому что это другой мод. Это мод связанный... Ой, ребята, покидай камеру. Сыти, да, я тоже. Я тут думаю, у нас здесь это еще этот музыкальная шкатулка, что с ней будем делать? Давайте проверим, вообще она выходит. Заправлять. Так, надо обойти. Так, ребята, я на обследование проверю, вылазит морда или не вылазит. Так, в этой. Ну не знаю, нет, она сидит на месте. Юкент, вот это, наверное, мод фиолетового челика в основном. 2:00 ночи, скоро будет середина, мы затащим. Ни разу не слились. Я знаю, с чем это связано. Это потому, что мод этот не очень сложный. Или... Фиолетовый Фредди, Димас. Да что такое? Они все, что ли? Ах ты жлоб. Вонючий. Аккуратнее надо быть, за жопу укусили. Ой-ой-ой, я тут залетаю в чуловище. Сидит. Почему она так долго? Ты же энергию нам все потратишь. Морда ты желтая. Никого. Что-то. Никого нет. Спокойный мод. Что у нас по факту? У нас время не пишется почему-то. Но я думаю, что уже середина ночи. Ни разу не умерли. Все отлично. Фокси не... Благодаря Фокси мы и не умираем. Я это догадался уже. Так, этот челик стоит. С этой стороны. Кто? Нет, не с этой. Это, наверное, все-таки с той прибежал еще кто-то. Нам не видно. Сделали бы сюжетку на карте на всем, где есть вентиляция, чтобы они лазили там с разных сторон. Может, кто-то сделает там когда-то. Собственно. Никого. Пацаны бегают, смотрят. Почему не нападает никто? Оно быстро напали. 2:00 ночи. Почему-то время остановилось было. Тогда, когда оно не отображается... А, я, наверное, когда умираю, оно со временем отображается. You can't. А мы сможем. Ты тут отпишешь фигню всякую, а мы сможем пройти. Надеюсь. На Фокси, наверное, можно и не смотреть. Он уже бы прибежал точно. Блин.
А ты чё умер? Убирается? А ты чё... Ой, а закрывайте справа дверь. Ой-ой-ой! Наконец-то мы умерли. На середине ночи, ребята, ровно середина. Ну ничего, один раз не считается. Это ж слабенько мы умерли, не сильно. Да смотри. Так, я жду. 3 часа, да, ровно середина ночи. Застряли друг друга, да? Эй, Жлоб, а ну иди сюда. Я тебя знаю. Оп. О, где он? Фокси. Металлические, прям стреляя, пули отлетают так. Я ему по носу нафигачил. А ты поближе подойди, Димас. После тебя. Вот. Еще, еще, не ссы, да не ссы, его еще. Ну вот, давай. А, ну давай, его. Ну, давай, твоя очередь. Я тебя... Ах ты гадина. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, настроение, как всегда, бомба. Что это за морда у меня, PNG-картинка тут? Purple Guy. Испортитесь. А где попугай? Хочу съесть его. Да Purple Guy, не попугай, ты чё? Ой, блин, я угораю с тебя. Фокси готовится бежать. Да? Да. Он встал в... Нет, нет. У него так и были руки опущены. Не-не-не, у него они поднялись наоборот, ты чё? Не опущены у меня сейчас. Они у тебя опущены, а у меня нет, Димас. Сейчас как побежит, смотри. Бежит, точно. А как так-то? Бак анимации? Закрывайте. Вот вы молодцы. Это было... Вот вы умнички. 4 часа ночи, а мы вот так красиво играем. А, уже ушел уже. О. Той Чикса. Серега, ты что там, нормально все? Да, я фотограф. Фотограф от бога? Пацаны, вы там понаблюдаете за всем? Тут какой-то конченый звук идет. Так, я в туалет руки помыть. Я что, один слышу за кабинет? Да, следи, следи, мы сейчас придем. Я, мы в туалет же, что же охранники хотят? А что, Фокси вылетел, я понял. Или забагался, скорее всего. Это он просто это испугался и ушел. Использовался. Испугались. Обосрались. Так, открываем. Не, не открываем, это стоит Челикс. Так, энергии у нас должно хватить, потому что 4 часа всего-навсего. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Опа, раздразнил. Кто-то пришел. О, Фредька, Фредька пришел. На, говно. Ой, щит. О, фиолетовый челик у них. Вам там взрывы слышно? О, прибежала, пацаны! А, откуда? Он резко прибежал! А я живой остался. Официально мы не слились. Так, 5 часов. Блин. Шумный. Он даже никакого звука не издал, просто резко побежал, как додик. Стоит. Пацаны, остался ровно час, и мы дойдем до утра. Ой, подумаешь, умерли там раз 10. Не, раза 2 или 3 я умер. Так, в мастерской, что у нас тут? А, здравствуйте. Опять? Да, опять. Красава, мои поздравления. По башке ему, не? Это бесполезно, Димас. Я знал. Я просто проверяю, знаешь ли ты, видишь, тоже знаешь. Так, стоит. И смотрит. И не дают мне пройти никак в офис. Я иду в офис, пацаны. Все, я вам помогаю. Ты пугаешь меня с таким скином, бобл-бой. Сейчас просто этот, как его, придет конец ночи, я хочу как бы, я же тоже участвовал. На себя взять победы. Под конец прийти, вот как сейчас. Мы прошли всего, умерли несколько раз. А робот скрапает, это что означает? А робот... Нам дали 20 робот. Баксов. 20 баксов. 6 часов робот утра? Да. А ночь не пишется какая. Я не знаю, какая ночь. Или это конец ночи просто? И... Конец. Конец ночи. Мы всю игру прошли, что ли? Не знаем, наверное, так, да. Ребята, напишите в комментариях, будет 9 ночь или нет. А мы ждем. Давайте подождем. Я знаю, там надо полминутки где-то подождать, чтобы началась ночь. Но ничего не происходит.
Двойной прыжок доступен, я могу высоко прыгать. Аж до потолка. Вот он спит, вот этот Фокси, но все равно фигачит, как не знаешь что. Получается все. Мы прошли этот мод полностью. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.